Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки выявлено 196 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в столице нашей республики, по данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 87 случаев. Оценивая ситуацию в вузах республики, необходимо обратить внимание на большое количество случаев, больше в пределах 15, 14, 13 случаев в Мирнинском, Нерюнгринском и Мегино-Кангаласских районах. И необходимо обратить внимание на снижение количества случаев в Алданском районе, в котором зарегистрировано 10 случаев. Ну и необходимо обратить внимание на то, что в Вилюйском районе зарегистрировано 8 случаев, связанные с семейными очагами. От 1 до 5 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения продолжает свою работу по как выявлению новых случаев коронавирусной инфекции, так и, соответственно, по проведению профилактической работы в целях того, чтобы предотвращать их распространение в массовом характере. Необходимо обратить внимание, что сегодня наши больницы продолжают работать в режиме, соответственно, как амбулаторного звена, так и звена стационарного. Лабораториями, 15 лабораториями республики за сутки проведено 2898 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только что завершено послание главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и приведены и подведены итоги 2020 года, обозначены задачи на 2021 год. К сожалению, и новая коронавирусная инфекция, которая явилась, как и говорит глава республики, для нас колоссальным вызовом, который мы преодолели, она является и определенного рода стимулом для того, чтобы в дальнейшем продолжать и заботиться о здоровье граждан. В связи с чем предстоящий год 2021, объявлен в республике Саха-Якутия годом здоровья.